Ребятки, всем привет! Вы на канале Ушастый Kids, и сегодня мы с вами продолжаем прокачивать нашу кошечку Анжелу. Эй, ты чего там проголодалась, Анжела? Ой, какая ты у меня грязная! Сейчас быстренько покушаем и искупаем нашу кошечку. А есть у нас с тобой зелье Макс? Да, смотрите. Вот так. А где наше зелье голода? Сейчас немножечко ее подрастим, ребятки. Пускай перейдет на новый уровень поскорее. А вот так. Теперь ей нужно намного больше бутылочек, когда она подрастает. Сейчас покормим ее арбузиком. Дадим ей немножко шоколада. Вот и новый уровень, ребята. Вау, у нас открылись новые ботинки, а еще новая еда. Давайте-ка поскорее заглянем в этот отдел. Тут у нас пицца, газировка, вафли и еще попкорн и гамбургеры. Купим пару штучек. Анжела, будешь пробовать новую еду? Ну как, вкусненько? Отлично, давай-ка почистим зубки. Знаю. Давай скорее. Стараюсь всегда чистить Анжеле зубки после еды. Ребята, в сегодняшней серии мы с вами откроем много-много золотых пакетиков с наклеечками. Так, а вот так. А еще наших подписчиков ждет целая куча приветов. А если ты тоже хочешь получить привет от нашего канала, напиши имя и фамилию в комментариях. И не забудь подписаться. Ну что, Анжела, пойдем переоденемся. Посмотрим, что тут у тебя новое. Какие-то ботинки у тебя для Рока. Вот такие черные. А платье? Вау, у нас вот такой наряд новый открылся. И еще длинные волосы. Смотрите, какие красивые. А глаза? Вау, еще глаза куклы. Прикольно у нас получился образ. Давайте посмотрим, что там у нас новенького в косметике. Румяна можно взять вот такие. Нежно-розовый, очень красивый цвет. А вот такие румяна. А какую же мы тень возьмем под наш наряд скейтбордистки? Может быть, попробовать вот такие темные купить? Ничего себе, 1200 монеток такие тени у нас стоят. Прям такие у нас будут темненькие глазки. Давай-ка тушь посмотрим, какая у нас еще есть. А вот такая черная. Сейчас тебя накрасим. И губная помада. Давай смотреть. Вау, у нас тут новенькие появились помадки, ребята. Даже серебряным цветом появилась помада. А давай накрасим тебе вот такой. В сегодняшней серии постараюсь купить для нее всю новую косметику, ребята. Вот такой у нас получился образ. Если вам понравился наряд нашей кошечки Анжелы, пожалуйста, напишите в комментариях циферку 2, ребята. Ну а мы с Анжелой отправляемся, откроем парочку пакетиков с наклеечками. Посмотрим, что нам там попадется сегодня, друзья. Давайте проверим. А вот такие, смотрите-ка, наклеечки у нас тут. Вау, тут тортики у нас. Сейчас будем клеить. А здесь что? Как вы заметили, пакетики с наклеечками у нас золотого цвета. Это специальные наклеечки премиум. Давайте-ка клеить. Так. А вот номер 90. Отлично, собрана целая страничка. Вау, платье для вечеринки. Давайте-ка заглянем. Смотрите, какое классное. Сейчас его оденем. Вот такой вот мне очень нравится. Кстати, ребята, можно поменять цвет нашего платья. Давайте посмотрим, какой вот цвет у нас есть. Оранжевый, голубой, такой двух цветов, красное платье, желтое платье и вот такое нежное. А давайте сделаем вот такое осеннее, ярко-желтое. Как вам понравился такой цвет? Кому понравился, надеюсь, поставите лайк. Смотрите, как Анжела радуется новому платью. А давай-ка мы тебе и на террасе сделаем обновление. Так, что тут у нас можно поменять? А компьютер мы можем с вами улучшить? Можем и компьютер купить новый для нашей кошечки. Вот такой, друзья.
улучшим столик. Постелим новый коврик вот такого красивого цвета. Так, осталось нам только поменять цвет пола. Ой, можно сделать вот такой дубовый пол или небесно-голубой. А можно сделать пол из пазлов. Анжела, смотри скорее, какая у тебя новая красивая комната. Вау, ребятки, мне так нравится, когда она довольна новому ремонту. А теперь самое время вырастить ее еще больше. Так, я смотрю, наши зелья снова далеко друг от друга. Вот оно, наше зелье голода. Сейчас будем растить нашу кошечку. Так, ребята. Ой, я на так уже наелась. Дадим ей газировки. А вот и наше зелье Макс. Новый уровень, друзья! Наша кошечка Анжела стала размером ребенок. Нас ждут подарочки. А в этот раз у нас открылись новые золотые ботильоны. Вау, какие они крутые! Ребята, а давайте-ка сделаем новый макияж под наше новое платье. Сейчас посмотрим, что мы можем тебе сделать. Можем взять какую-нибудь новую губную помадку. Кстати, а давайте-ка мы все их купим. Смотрите, у нас есть вот такая помадка. Смотрите, красного цвета. Как вам такой цвет? Если понравился, пишем в комментариях циферку 6. Есть вот такой цвет. Сейчас я вам покажу, как он смотрится на губах у нашей кошечки. Если этот понравился, пишем 7. Посмотрим, какой цвет больше всего нравится подписчикам. Так, вау, вот этот мне тоже нравится. Давай его тоже купим. Пожалуй, оставлю вот этот яркий малиновый цвет. Один из моих любимых, если вы уже заметили, ребятки. А с румянами что? Вау, вот эти мы с тобой еще не покупали. Попробуем. По-моему, хорошо подходит под цвет нашей помады. Теперь нам нужны какие-нибудь красивые тени. Золотые отлично подойдут под наше платье, точнее желтые. Вот так можем сделать еще желтые реснички. Есть у нас тут желтая тушь? Ну, конечно, ребятки. Мы ее даже уже успели с вами прикупить, как оказывается. Вот так. Отлично. Макияж готов. Давайте посмотрим на нашу кошечку. Она очень красивая. Мне так нравятся ее новые ботинки. По-моему, они очень-очень шикарные. Анжела, а давай-ка мы тебе обновим и твою спальню. Как же мы без этого? Купим тебе очень красивую новую кровать. А еще очень классный светильник. Поклеим новые обои и, конечно же, постельное белье тоже поменяем, ребята. Вот такой у нас светильничек. Так, ребятки, теперь подберем обои. Какой у нас тут цвет красивенький. Можно сделать обои с сердечками. Всегда хотела в спальне обои с сердечками. А постельное белье, пожалуй, мы с вами возьмем вот такое со звездочками. Смотрите, какая у нее нежная сиреневая спальня получилась, друзья. По-моему, очень красиво. Надеюсь, что вам тоже понравилась спальня Анжелы. Подращу-ка я ее еще немножко. Для этого дам ей побольше зелий. Ой, кажется, Анжела решила съесть весь шоколад, который у нас был. Ничего себе. Надеюсь, ей не будет от него плохо, ребятки. О, у нас сейчас с вами кончатся бутылочки. Бутылочки с зельями, друзья. А давайте заглянем в лавку зелий и наберем целую кучу бутылочек. У нас как раз для этого есть целая куча монеток. Зелье голода и зелье Макс помогает нам растить кошечку Анжелу очень большой. Смотрите, сколько много я уже прикупила бутылочек. Ого, целая корзина. Если вам понравилась корзина с зельями, ставьте лайк, друзья. Так, и пишите в комментариях, до какого уровня вы хотите, чтобы мы вырастили Анжелу. Может быть, до 100-го.
или, например, до 50-го, а может быть кто-то хочет дойти до 1000-го уровня. Давай скорее, Анжела. Вот так. Ну, наконец-то, новый уровень. У нас открылись новые глаза ангела. Посмотрите, какой красивый цвет. И мы их с вами уже успели прикупить. Анжела, ты сегодня не нарадуешься новым покупкам, правда? Ну а теперь давай-ка мы с тобой откроем пакетики с наклеечками и соберем наш альбомчик. А пока Анжела открывает наклейки, я передам приветики своим любимым подписчикам. Первый привет сегодня получит Анюта Рукавцова. Большой-большой тебе приветик, Анечка. Михаил получает огромнейший привет. Лера Леденева. Аня Близнецова. Ирина Баранова получает огромнейший приветик. Лиза Мошкина. Диана Шерепова, Алина Кожухалова получает большой-большой приветик, Настюша Вентряненко, Алина Куграшова, Юля Филинова, Юля Кравченко получает самый-самый пушистый привет от нашей кошечки Анжелы. А также у меня есть привет для Настюши Шальновой, Агаты Попковой, Дарья и Матвей Пустоватенко. Вам тоже большой приветик. Спасибо, что смотрите всей семьей, друзья. Также Настюшенька Воротынцева и Полина Ермушова. Милана Ухина, Аня Кирик получают большой приветик. Юля Гривцова, Дима Барабанов, Марина Пензина, Даниил Шаталин, Арина Быдылина, Юля Резванюк, Катюша Шквырина, Таня Чепурная получает большой пушистый приветик от нашего канала. И Маша Слюсаренко тоже огромный тебе привет. Смотрите, сколечко у нас наклеек получилось, сколько много. Кстати, друзья, совсем забыла вам сказать, у меня появился новый канал, где я играю вместе с Сашей. Называется Каталекс. На этом канале вы можете найти свои любимые игры, например, «Плохое мороженое», «Привет, сосед» или игры про огонь и воду. Рекомендую вам подписаться, друзья, и поделиться этой новостью с друзьями. Ну а у нас вот такие наклеечки, вы только посмотрите. Кстати, у нас уже собралась целая куча дубликатов. Что вот только с ними делать? Зачем нам такая гора повторных наклеечек? Номер 115. Вау, мое любимое платье, друзья, давайте примерим, смотрите. Неплохо было бы под него и прическу подобрать. Например, вот такую. Давай себе поменяем цвет глаз. А вот такие глазки, по-моему, прекрасно будут смотреться. Смотрите, как она радуется. Хорошо, давай сюда сделаем макияж. Под темное блестящее платье. Вау, а у нас есть серебряная помада. Как раз подойдет под это платье. Знаете что? Я уже придумала тени. Тени под это платье, по-моему, подойдут вот такие темненькие. Вот так. Возьмем коричневую тушь под цвет наших волос. Смотрите, какие красивые реснички у нашей Анжелы. И возьмем самую необычную помаду. Это помада серебряного цвета. А у нас еще синяя тут есть. А вот такая помада в серебре. А где наши красивые румяна? Вот такие красивые розовые румяна. Вот и готов макияж под наше новое платье. Кстати, в этом платье, Анжела, ты можешь отправиться на вечеринку. Ребята, обязательно посмотрите что-нибудь из рекомендуемых выше роликов. Подписывайтесь на наш канал и смотрите новое видео 2 раза в день, утром и вечером. Сегодня вечером вас ждет еще один новый ролик. Обязательно посмотрите, друзья. Ну а на этом все. Анжеле пора отправляться на вечеринку. Всем пока-пока!